И снова здравствуйте, всем привет. Итак, давно я искал, значит, настройку более сделать мультяшным такой вид персонажей. Ну вот, вроде бы в интернете нашел. И сейчас давайте посмотрим, из чего он состоит. Если кому прикольно будет. О, вот такой внешний вид. Выбираем гражданку на шейдеры. Так, здесь у меня нормал, значит, здесь у меня спекуляр. Можно на рафнес поставить. А ну-ка, давайте поближе вот так вот все это дело поставим. Если я отключу вот это все дело, в принципе, ничего такого сильно не меняется, да? Угу. Так, есть вот здесь shader to RGB, потом идет color ramp. Вверху, значит, текстура. И потом микс. Это значит микс. Add. Пишем микс. Вот этот верхний. Вот так он выглядит. Потом, значит, здесь переходим на color. И потом микс переходим на мультиплей. На мультиплай. И получается вот такая вот штука. Так, ну а это вот основная, она там и остается, материал вот этот. Потом здесь то же самое остается. Единственное, что вот такая связка вот добавляется. Значит, shader to RGB, потом color ramp и multiply. Так, а если я вот эту вот штуку переключу сюда? Ну, в принципе, чё? Если тут еще, значит, повертеть вот эту нормал. Так, здесь эта уже штука не работает, да? Так, а если я еще одну текстуру сюда подключу, будет двойная, допустим, текстура. Сейчас мы это дело все проверим. Так, это значит color, да? Так, вот двойная текстура. В принципе... Если мы ее сейчас отключим, то без нее как-то лучше. Так. Если сейчас, значит, покрутить нормал, вы видите, что меняется, да, тень. Вот так она больше, меньше идет. В принципе, прикольно. Так, альфа убираем. Тут вообще получается, видите, как рисовано без света. Потом добавляется свет. Так, еще что можно посмотреть? Так, включим вот эту штуку. Выберем источник света. Так, это значит у нас 20. Это солнце. Солнце нам не надо. Значит, здесь 500 киловатт. Во. Вот такого результата я и хотел, чтобы персонаж был именно как нарисованный. Так. Что у нас тут теперь по свету? Значит, если мы выбираем свет, где он там? И смотрим, да? Так, вот этой гражданке, надеюсь, можно будет снять чего-нибудь. Давайте вот сейчас подведем, значит, к ней. Вот эти вот штанишки. Я надеюсь, что тут не проработано ничего такого. И вот смотрим, видите, как выглядят у этого персонажа ноги. Вот они. И у этого. О, как нарисованные. Вот такого результата очень давно я искал. Так, если мы сейчас выберем цвет. И, допустим, уведем его куда-нибудь назад, да? То получается вот такая штука. Смотрим, выбираем нашего вот этого персонажа, зайдем в шейдеры, в шейдинге, да? Вы видите, что вот тень идет. Так, ну вот я хочу, чтобы эта тень была чуть-чуть, допустим, размытой, видите? Я увожу белый цвет. Хочу, чтобы посильнее было, я завожу вот так вот аж. Если я так завожу, то персонаж получается вот на голове лучше смотреть, наверное. Так, вот.
цветом можно играть. Затемнять, тут чуть-чуть подгонять. Так, если мы это уменьшим, белый цвет, а эту подведем, прикольный результат. Мне вот такая штука нравится. На мультяшных персонажах будет это смотреться вообще бомбовски. Особенно если вот так вот, с тенями. Да почти Аркейн. Вот так, если тут тени чуть размыть. А если мы черный чуть уменьшим, а белого поставим больше. Ну видите, перекрывается. А если сюда поставим, то тогда черный перекрывает, у нас она темная становится. Ну вот баланс где-то, наверное, будет вот, опа, вот этот самый серединочка, будет прикольно. Если сейчас, давайте, вот она стоит, мы ее сейчас подведем, значит, поближе. И опять же свет, если освещение будет, допустим, вот с этой стороны, прикольно выглядит, гляньте. Если сзади вообще и от кепки нормальный такой этот, не то что чернь, да, там черно прям под кепкой, а видите, лицо видно. И вроде бы как тень. А если, значит, мы это дело G уведем вообще в бок. Во, прикольно. И когда будет персонаж, значит, бегать, вот это вот, значит, я так понял, будет влиять на него. Свет там, допустим, сзади, сбоку, допустим, студийный. В принципе, будет прикольно. Так. Вот, видите, а на эту персонажку, вот она, персонаж, источник света не влияет. И она, видите, как бы темная стоит. А на эту все работает, все влияет. Если мы ближе подведем, это вот шиздец как отличается. Класс. Так, а если мы сейчас вот это все дело с этого персонажа. Так, а ну-ка, юбку выберем, найдем шейдеры. И сделаем каким образом? Ctrl-V. Так, это значит G. Убираем. Вот эти штуки убираем. Я вот, это, вот эти вот тоже удалю. А вот эту штуку, значит, поставлю G. Вот сюда на свет. Так, теперь мы ее перетянем на A. И смотрим, как сейчас будет свет влиять на нашу юбку. Так, кстати, вот здесь вот нормал юбка есть у меня? Нет, сейчас посмотрим. Шапка, волос, джинсы, джинсы, сетка. Нет, на юбку нормальки нету. Так, 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 а ну-ка. Да, на платье, ремни, ничего тут такого не делал я, значит. На рубаху только, японка, шорты. Вот на шорты есть нормалька. Но это я потом сделаю, это не проблема. Ладно, пока обойдемся без нормальки. Так, и посмотрим теперь, как ее настроить. Допустим, под этот цвет. Во, гляньте, какой прикольный, ну, какая тень. Бомба. Мы ее раз так можем перевести, еще больше поближе поставить. Так, вообще классненько. Так, а ну-ка. И уводим свет, а ну-ка. И уводим свет, а у нас персонаж классно освещен. Вот это прикольчики, да? Вот это приколюха. А ну-ка, если аж свет. Так свет, в принципе, что, он и не нужен тут, да? А ну-ка, если мы его делит. Получается, видите, и освещение, в принципе, нафиг не нужно. Персонаж сам вот виден хорошо. А вот Alt-H, как это все будет работать?
Прикольно, чё. Классная штукенция, значит. Так, а если вот еще я на эту, на СССРовскую ставил. Так, что у нас тут с СССР идет? Значит, если я сюда поставлю, значит, что у нас тут есть вообще? Угу. Color. Так, это значит не color. Сюда мне нужно поставить рампы какие-нибудь. Спекуляр, вот. И переключим все это дело на спекуляр. Так, теперь, раз он на спекуляре стоит, поменяем местами свет. Ну что, в принципе, неплохо. Конечно, уже не белый вот оттенок тут. Если вот так вот перевести, то будет уже белый с тенями. И получается, чем меньше белого, тем темнее будет, больше теней вот этих, да? Ну да. Ну вот получается, видите, по ногам какие тени идут. Прикольно. Прикольненько так, если на эту выбрать девчонку эту. И значит тут уменьшить какие-нибудь его, посветлее сделать. Инвертировать, а здесь вот будет темновато, ноги будут белые. Вот такая штука. Во, вот так, наверное, будет посимпатюшней. Как бы от юбки тени, да, падают. Прикольно. Так, и получается, что этот персонаж у нас, значит, освещен. Прикольно так сделан. А этот как бы в тени стоит. И получается, свет больше нужен вот для этой гражданки. И вот смотрите, вот я подвожу к этой гражданке, да, вот как он светит. И подвожу вот к этой гражданке. Прикольно. Ну, галимое аниме. Скриншот, значит, выложу в этот, в группу ВК, если кому надо, зайдете и посмотрите. Ссылку на оригинальный ролик тоже, возможно, кину туда, в группу. Заходите, подписывайтесь. Все будет там. Все, всем пока, до свидания.